Сегодня мы будем готовить нежные шоколадные конфеты из темного и молочного шоколада и сгущенного молока. Что ж, приступим. Для начала берем емкость и смазываем ее маслом и сверху прикладываем пергамент. Смазали емкость и покрыли пергаментом. Сейчас нам нужно нарезать шоколад. Мы нарезали темный шоколад, приступим к молочному. Вот весь наш нарезанный шоколад. Добавляем в кастрюлю сгущенного молока и добавляем шоколад. Варим на медленном огне до густой консистенции. Такая консистенция должна получиться, и сейчас это мы зальем в форму. Размазываем получившуюся массу по емкости и ложим в холодильник до застывания. Наше блюдо готово, можно нарезать и подавать к столу.